Добрый день! В данном видео мы с вами рассмотрим комплект полуавтоматического оборудования для розлива парфюмерной продукции. Давайте для начала рассмотрим МДП-200 и разольем в маленький тюбик 2 мл. Я приступаю. Далее с вами разольем по колбочкам. Видите, все ровно. Давайте поехали дальше. Теперь вам покажу, как все нам быстренько переналадить на другой размер. Для начала выгоню отсюда в обратную сторону продукт, дабы он не мешался. Извлеку шланг. Беру все лишнее. Заправлю новый шланг. Так. Включаем. Берем новую тару. Подстраиваемся под новый тип размер шланга. Попробуем тестовый режим. Что у нас из этого получится? Пока время увеличу. Мне спешить некуда. Для начала прокачается шланг. Весь воздух можно будет начать. Мы уже изначально видим, что наливается много. Возьму мерный стаканчик. Налил у нас 20, 1, 2, 3,
23 мл. Заходим в настройки, калибровка, окей. Вводим первый параметр 23, окей. Вторая попытка. Последняя попытка, тоже 22. Все вбиваем, жмем вперед, жмем окей, жмем выход. Так, теперь проверим, что у нас получилось. 20 миллилитров. Поехали далее. Далее мы с вами теперь это все должны поставить на укупор. Укупор у нас с вами полностью пневматический. Включаем его в гемолинию. Направляем флакончик и зажимаем педальку. Сейчас еще я во вторую продемонстрирую. Подставляем, направляем верхнюю направляющую и зажимаем. Отпускаем, забираем. Все, без проблем. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.